Спасибо. Денис Горячев, наш парламентский корреспондент, о сегодняшних законопроектах, напомню. Так, болел что ли? Ну что, делаем? Тяжело. Пиздец, скоро. Это все. Бля, я же и заснял. Как произошло? Я не понимаю. Вон тот, он и вообще ее свалил даже. Но. Да, блин.
Есть! Оп, нет! Лёха, живой! Охуеть! Бог ты мой! К оценке юридических и фактических обстоятельств дела. В связи с этим ведомство направило ходатайство о пересмотре принятого постановления. Накануне коллегия из 5 судей изучила обращение об обжаловании. Сегодня она огласит свое решение, отправляет ли дело на рассмотрение. Далее. Что? Шапку одеваем, уже почти приехали. Блять! Твою! Я тоже не видел, что они. Откуда машинка-то взялась-то? Пиздец. Так, что ли, блядь?